Доброе утро всех. Давайте начнем этот день с немножко умором. Итак, говорит Россия, передаем сведения об уровне реку Дунай в сантиметрах. Это тоже есть глубокий смысл. Всем может понять, если у них было необходимо. Вот. Надеюсь, вечером могу уже снимать это остальные ролики, которые пообещал. Это в первую очередь, а потом что-то очень важное. Ну, давайте несколько вещей. Почему мы видели последние, скажем, 100 года, как было в первую очередь это общество народов, а потом ООН, всегда секретари какие-то искуда, да? А когда мы видим русскоговорящие? Так, потом, а где они тоже на те позиции в Европейском Союзе и в США? Тоже не видно никак. Ну, там были всякие, даже, ну, индийцы немного в последнее время тоже китайских, ну, большинство они из Гонконга, Михао Куини, Гонконг. А тоже, когда мы начнем видеть славяне, и не только славяне, а людей, которые эмигрировали из России в остальном мире, потому что наших такие уже многие после железной завесы, которая, да, там после, вот, когда началась новая демократическая эпоха 90-х, 89-91 год, у нас уже много людей, которые начинали жить за границу, да, за рубежом. Так, а потом, для Армении и Азербайджана и конфликт Горного Карабаха. Я думаю, что там должно ООН поставить мандат на российские войска, чтобы они охраняли этот мир. И тоже какой-то мост получится через Армению и Азербайджан в ту область на Горный Карабах, которая будет показывать дружество народов, совместное управление.